Еще 16 юных люберчан стали полноправными гражданами России. В кадетской школе состоялось торжественное вручение паспортов. Свой первый взрослый документ ребята, достигшие 14-летнего возраста, получили из рук главы Люберец Владимира Волкова. Поздравления с новым этапом жизни приняли воспитанники учебных заведений округа, которые занимаются волонтерской деятельностью, а также достигают успехов в учебе и спорте. После чествования главных героев учащиеся кадетской школы выступили с творческими номерами.